Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня две посылочки на распаковке. Давайте посмотрим, что же здесь внутри. Поехали! В общем, в одной лампа, в другой не знаю что. Давайте скорее откроем и посмотрим. Капец, вот это они запаковали. Смотрите, как красиво. Форму приняла коробка. Так, это лампа формата GU5.3, 6-ваттная, с теплым светом. Диодная. Лампа, слава богу, целая. Нет, не целая. Ножка сломана. Вот так эта лампа выглядит. Это алюминий. Выполняет роль радиатора. Выглядит как китайская лампочка. Вот это, конечно, напрягает. Так, и давайте посмотрим, что же здесь. О, друзья, это крокодильчик. Его еще называют крокодил-стоматолог. Дешевенький пластик. Крокодильчик для того, чтобы поднять себе настроение и в компании с друзьями поиграть. То есть нужно нажимать поочередно на зубы. На ком крокодил закроет пасть, тому трындец. То сразу трындец. Вот, еще нажимай. Другое. Да ну по очереди. Не хочу. Другой. Опа. Его я брал на пробу, посмотреть, что это вообще такое, как это работает. Могу сказать, что такого маленького покупать не рекомендую ни в коем случае, потому что, во-первых, тут пальчики должны быть точно такие же, как его зубки. В общем, этот крокодил не для взрослых, для деток 5-6-7 лет, с маленькими пальчиками. Для взрослых есть крокодильчики побольше. Вот мы его, наверное, и закажем, тот, который побольше, и потом мы его распакуем, посмотрим. Но все равно это прикольно. Я не знаю, какая необходимость в этой цепочке, но она здесь есть. Давайте ее подцепим. Не, ну прикольная штука, но честно не рекомендую брать такой маленький, нужно брать побольше. Цена этого крокодильчика вот такая. Ссылочка на него будет в описании, на эту странную лампочку тоже будет в описании. И на большого крокодила я тоже оставлю ссылку в описании. Его я обязательно закажу, он будет у нас на обзоре. Ну а всем, кому понравилось видео, ставим пальцы вверх. Увидимся, пока-пока-пока-пока.